Я думаю, что на самом деле, во-первых, у очень многих публикаций, обезличенных публикаций такого привольного плана, то есть не обременяющего себя моралью какой-то, часто бывают заказчики. Это совершенно очевидно. И я убедился в этом, когда выходил на экран какой-то телевизионный продукт, и толпы критиков набрасывались на него, обкладывали все это отрицательными оценками и так далее. И такое ощущение было, что работает бригада просто. То есть, поэтому мы сами, значит, заказываем такие вещи. Вот, поэтому что я предлагаю сделать? В личном обращении, там, где ты представляешь свое лицо, да, нужно уметь отвечать за свои слова. И нужно писать и от своего имени, оглядываясь на мораль и правила поведения. А там, где общий сброд и мусор в комментариях кричит все, что хочет, мне кажется, что не надо этому уделять никакого внимания просто, понимаете? Потому что как только мы начнем ловить каждого подростка, который написал что-то не то на заборе, ну, во что превратимся мы тогда, в конце концов? Поэтому бесхозяйственное пространство, похоронить его. А в личном обращении, да, нужно отвечать и нужно спрашивать, однозначно.